Коротко о последних событиях на Sport.fm. Вдохновение на новые подвиги. Привет, ведем репортаж из заметаемой снегом Москвы, но споры будут такими, что надеюсь, растопится снег и проступят ромашки. Но... Откровения ведущих. Действительно, бородатый дуэт вновь в сборе. Хорошо, что не в сброде. Но в эти минуты... Не в бреду, да. В эти минуты Арсенал играет с Астон Виллой 4-0. Ой, никаких проблем Арсенал не испытывает. Но это понятно. Все этого ждали. Астон Вилла уже не забивает около 100 лет. Счастливые слушатели. Только проснулся, включил любимое радио, и снова Дзюба. Мне кажется, он уже неделю не переставая. Ну, и уши красные. Знаете, 3,5 миллиона евро, я бы тоже, может, поикал бы неделю. Я бы сутками икал бы. Не переставая. С курами. Вот именно, со всеми бы поикал. Детальный анализ. Контракт с Артемом Дзюбой будет подписан только в том случае, если Лосана Диара клуб покинет. Таким образом, разгрузив ведомость, Локомотив сможет обеспечить зарплату Артему Дзюбе. Его зарплата куда неподъемнее, чем зарплата любого игрока сборной Франции. Радостные звонки. Слышал, здесь вот вы в Уфе побывали, да? Да. Только вот прилетели, да, буквально. Хотел поинтересоваться, что-то вообще слышали о нашем спидвейном клубе, бывали ли там? Кстати, посмотрел бы. Я видел только по телевизору мотогонки на льду, я прям жутко хочу. Сейчас в Уфе просто погода прям создана для того, чтобы там мотокроссить. Ну все, проведешь эфир без меня, я полетел обратно. Закажите мне билет, пожалуйста. Кулуарные откровения. Да. Слушайте, а как вообще можно водку не закусывать? Это просто какой-то кошмар. Это все равно, что грызть тарелку, на мой взгляд. И это еще не все. Остальные события на Sport.fm.